Костя, где мы? Мы в Бурж-Халифе. Сегодня будем работать. Та-дам! Мы вышли на улицу. Ой. Настя хочет заснять первую историю жизни, это событие. Подожди, не разговаривай. Тут так красиво. Ой. Кстати, с этого места фоточек я пока еще не видела. Сейчас будем делать фоточки. Это же есть фонтаны. Да. Блин, ну если бы мы попали бы, когда они будут работать, было бы круто. Да, но мы походу сейчас не попали и через 15 минут только. Короче, у нас надежда, что сейчас будут фонтаны. Но лично я надеюсь на это очень. Хотя в прошлый раз, когда мы были, они меня как-то не очень впечатлили, но... Ты их не засняла, а теперь хочу заснять. Сейчас без одной минуты, сколько там, 5, кажется. И очень надеемся, что сейчас они запустятся. Короче, нам тут сервируют еду. Походу принесут скоро. Как обычно. Будем кушать. Сэндвич, картошечка, салат. Дальше у нас тут паста. Все, побежала переодеваться и сейчас уже будем работать. Мы герои, мы простояли почти 2 часа. Да, на самом деле это поярче, чем бранч, потому что, во-первых, я не голодная, и, кстати, очень сильно приятно. Во-вторых, я несу над шоколадками. Да, то, что мы не с едой, но я хотела эту штучку. Вот где мы.